Как не славить величие Бога, если Он по любви Своей посылает так много-много фруктов разных и овощей? Хлеб дает нам в обильной мере, а в садах сколько яблок, слив. Неужели, а я не верю, кто-то скажет, добро забыв? Неужели могучий голос всей природы для вас молчит? Неужели вот этот голос вам о Боге не говорит? Неужели? Да быть не может. Нужно сердце свое открыть. И тогда ты захочешь тоже слушать, верить, благодарить.